пугает мир. Ты выживешь. Ты как это, выживший. А там манеж есть? Скажи что-нибудь. Пока. А там манеж есть? Не пока. Не пока. Да, в том манеже есть, то что-то будет кататься. Мы пойдем. Ты куда тогда уходишь? Он тебя покидает. Смешно. Он уже выбесился. Его просто Полина погладила, он уже тихо. Даже ничего не делал бичом. Ну ты, Миша, даешь. Может, если я буду его снимать, он ничего не будет делать? Как закон подлости? Паш, ты дебил? Они братья. Сводные. Да, сводные. Через мать. Ластик мой с приемницей. Да. Как это? У меня есть сын, но я забыла как. Уже мать. Уже 14. Еще. Он хрюкает. Я вела Пашу в Леваду, он вообще крякал. Он прям хрюкал. Только что. Лиза. Не ты, Миша. Слышишь? Да. Миша. Отдай, Миша. Миша. Какая у него десна. Да, Михаил, да что за привычка-то такая? Отдай. Сейчас как палец там ставлю. Подожди, надо отвалить отсюда. Отвалить отсюда, а то иначе настанет наша общая смерть. Да. Миша! Тише. Главное, он ничего не сделал. Это Ксюша, она мой коновод. Она шагает мне коня. Потому что он тебя может прибить, а меня не жалко. Да, потому что меня он, в принципе, прибьет, и ее не жалко, а меня жалко. Жалко у пчелки попки. Ксюш, давай свое завещание. Что? Зачем? Ну, если он тебя убьет. Ты хочешь, чтобы я тебе завещала вот так? Да. Зачем он тебе? Я буду на нем прыгать. Я буду на нем выск ехать. Двоеборье. Да, двоеборье. Нет, двоеборье он не сможет. Двоеборье, проскочу. Ну. Ну, ну. И сейчас такая. Малдер, свинча, убей ее, убей. Миша, убей ее. Там звонит-то все. Да, мам, я с Мишей шагаю. Что? Я с Мишей шагаю сейчас. Да. Да. Я шагаю. Без Миши. Рядом. Можно харкануть в небо, в лицо. Там красненькое горит? Да. Миш! Дерни ты его уже, а. Подожди, сейчас я дерну. Смысл, я сейчас его дерну, он, ну, на свечке. Он просто разбудит. Тихо. Пойдем домой. Да хотя бы круг спокойно пройти, чтобы он успокоился и пойдем домой. Давай. Я боюсь его даже трогать. Я это снимаю. Миша, так, все. Сейчас я втащу. Миш, я втащу. Не будешь слушать Ксюхорс, я втащу. Я приду и втащу. Миша, один кружок, вот маленький. Вот этот вот кружок. Нет, Миша, нет. Да дерни ты его. Подожди. Миша, когда его начинают тянуть, он сразу... Это будет молодец. Вот этого и ждет, когда ты его дернешь. Он такой, типа, ага. А тут он такой, знаешь, если доверили вести какой-нибудь семинар, я просто такая, он такой, ага, и такая. Все, пойдем домой. Миш. Иди к своей. Миш.
Без шалости. Все, пойдем домой. Я замышляю только шалость. Смотрите, как он классно стоит. Он так, так Ксюшу чуть не убил. Пойдем. Так, осторожно, прибегаю. Миша, нет, Миша. Да, Ксюш, не надо. Все, доволен, успокоился. Успокоился и парни из природы. Миша, у меня Вася так делает, когда хочет свалить. Когда хочет свалить? Да. Класс. Сердечко. Все, стой. Спасите, мы убегаем. Нам как бы. Что вы чувствуете, марафонец? Очень тяжело. А зачем мы бежим? За призом. За каким? Портфель. Что за портфель? Чего? Я и падам. А планшетом? Я такая, айпадом зарядка, я такая, а планшетом?